Всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и сегодня мы будем делать реакцию на два крыла, да. Собственно, скажем так, мы делали на прошлой части где-то 3 месяца назад ровно, даже не знаю, ну, я не знаю, что сказать. Типа, меня просили сделать на эту реакцию, просили продолжить, и мы его продолжим. Суть в том, что вышел уже второй сезон, в котором появился и я, в качестве камео, что ли. Так что давайте-ка начнем. Третья серия у нас в данный момент, я не помню, сколько у Септи там их. Там серии два крыла, но мы посмотрим их всех. Даже несмотря на то, что Септи говорила, что «Прошу, не надо, я тебе перескажу весь сюжет». Я такой: «Нет». Я сделаю на это реакцию. Да. Что ж, давайте-ка начнем. Нет времени объяснять, бежим со мной, ты мне поможешь! О, окей, ты постригся? Лол. Постригся? Давай быстрее, заходи в портал. Она карандашом сделала портал? Кто? Вы кого-то ищете? О, какая мимимишка. О, какая малявочка. Ты что, совсем с ней так разговаривать? Не страшно, я не обижаюсь. Я хочу вам помочь. Я не уверена, что тебе можно доверять. Я поняла, что уничтожать мир плохо. Буду с вами его защищать. Внезапно. Ты мне чего-то не договаривала. Хорошо, я рада, что ты справилась. Да, я тоже. А чего исправилась? Что она делала? А что это? Мой чай. Опти. Не страшно, я уберу. Правда, из-за волос ничего не вижу, они быстро растут. Я могу помочь тебе. У меня есть старый ободок моей бабушки, думаю, тебе она подойдет. Спасибо. Окей. И все просто спят, и все? Спокойной ночи. Окей. А? Ты кто? Ду-ду-дун. И просто ушел в тени. Стой, ты твое! Продолжение следует. Боже мой. Какой он забавный, блин. Ту-ру-ду. Ладно. Это была третья серия, собственно. Я нифига не понимаю. Окей. Нифига не понимаю, что вообще... Кто это, что началось? Может быть, это было сказано в прошлых частях, но... Как бы нет в тот же самый момент, потому что я реально не знаю, что это за персонаж, что она в прошлом сделала. Надеюсь, хотя бы об этом будет рассказано. Лол. Показалось, что я в ролике, что ли? Нет, просто, видимо, похож. Так что, ну, вот это вот персонажа я помню, она типа была на какой-то секретной базе, на которую пробрался этот, и спас ее что-то типа, и приютил, а откуда вот это вот, я не понял. Ну да ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Flutter, надеюсь, вам тоже понравилось, вы ждете продолжения, я буду делать на эту реакцию раз в неделю, так что ждите. Всем спасибо, всем пока.